Всем привет! В этом видео вы узнаете о новом событии, в котором можно абсолютно бесплатно и ничего не делая получить 3 халявные крутки на почту в игре. Извиняюсь за голос, я немного приболела. Всем приятного просмотра! Во-первых, напоминаю, что уже завтра начнется внутриигровое событие «Второе цветение», пройдя которое мы получим 420 примагемов и бесплатный скин на Лизу. А во-вторых, в честь завершения праздника морских фонарей впереди нас ждет еще один халявный ивент – «Радужное великолепие». Начнется он уже 5 февраля и продлится до окончания версии 3.4, то есть до 28 февраля. А 1 марта уже будет выход новой версии. Для участия нужен как минимум 5 ранг приключений, так что награды смогут получить практически все игроки. И кстати, в своем телеграм-канале я сделала для вас удобную карточку с подсчетом примагемов за следующее обновление 3.5. Уверена, вы будете приятно удивлены. Так что заходите, сохраняйте и делитесь с друзьями. Ссылка в описании. Итак, что нужно делать в событии? Да практически ничего. Просто заходить в игру и забирать награды с игровой почты. А можно и не заходить вовсе. Главное зайти хоть раз до окончания версии, иначе ваши награды безвозвратно пропадут. Все награды события сейчас показаны на экране. Из основного 5, 7 и 9 февраля мы получим по одной крутке, в сумме 3. Это очень хороший подарок от разработчиков, учитывая, что обычно за ивенты, в которых мы трудимся, мы получаем намного меньше, а здесь просто зашел и забрал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, остались ли вы довольны наградами праздника морских фонарей, или вам чего-то не хватило. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!